По 100 обращений в день – это статистика заявок безработных в городской центр занятости за последнюю неделю. Его сотрудники говорят, что из-за карантина стремительно растет число безработных. Те, кто лишился средств к существованию, но был оформлен официально, могут рассчитывать на пособие. Эта сумма зависит от прежней зарплаты и страхового стажа. Якщо ви пропрацювали рік і у вас заробітна плата була, наприклад, 10 тисяч гривень, да, от щомісячно ви отримували, з якої сплачували внески, 10 тисяч гривень. Страховий стаж ваш становить понад 10 років. Що понад 10 років – це 70% від вашої заробітної плати. І далі вже йде розрахунок вашого середньоденної заробітної плати, береться вся сума вашої заробітної плати за рік і ділиться на кількість відпрацьованого робочого. Те же, кто получал минимальный оклад со страховым стажем более полугода, могут рассчитывать на 1200 гривен. Помогут и тем, кто никогда не работал, правда, весьма символически. 650 гривен в месяц на полгода. В центре занятости ждут всех соискателей, независимо от причины потери работы. Сейчас открыто 1300 вакансий. Обращаться можно по телефону или онлайн.